хоботком и затянет все внутрь, и много песку попадает в рот. От песка он избавляется, выбрасывая его через жабры. Мы иногда видим, как выходят два мутных фонтанчика через жабры. Иногда просто сочится струйка песка на передней. Вот сейчас посмотрите ротик, он вам показывает. Вот улыбка, если попробуете. Вот посмотрите, какой интересный рот. По форме напоминает. Спокойно сидит. Их специально высадили в маленький аквариум, потому что здесь спрятаться нет. Сначала их держали вместе с осетрами, они забивались, рыба крупная, забивались вот туда, за пустые эти наши дикотвердины. И чтобы удобно было вылезать, сделали им отдушину. И когда посадили маленькую, очень беспокоились, как старшая отреагирует на ее появление, боялись, что обидит, покусает. Но получилось совсем наоборот. Малышка еще не забыла маму. Первое, что она сделала, она ткнулась носом в брюшко. Как раз вот там она молочко пыталась найти. И старшая в панике вылетела туда, наверх, и отсиживалась там какое-то время. А маленькая поняла, что чужая тетка, надо свою дырку делать. И стала царапать вот там пластик. Она двое суток работала, скребла. Этот пластик, старшая уже поняла, что перед ней несмышленыш подплывала носом, трогала. И говорила, вот есть уже готовая дырочка, вот тут вылезай. Вот сейчас у них замечательные отношения. Маленькая ходит вслед за большой хвостиком. Тут у них... Ну, не совсем удочерила, но она ее мешает, она ее воспитывает. Она ей показала, в доме хозяин. Но когда кормят, чтобы не было никаких споров, никаких склок, просто рыбку раскладывают на две тарелочки и бросают одновременно. Каждое место в отдельности. Такой шарик. Ну, они там вообще так шарик снимается. Идеальная форма. Это промашка, да, сколько звуков. Я сейчас сюда загрузила.